Всем привет! Продолжая автомобильную тематику Анталии, сегодня я нахожусь возле автосалона Ford. Ну что же, давайте посмотрим, какие там есть модели и какие представлены на них цены. Погнали! Вот так вот на фоне гор, на фоне солнца. Сейчас мы находимся снаружи автосалона Ford, который находится, опять же таки, в Сарысу. Вот снаружи представлены вот такие вот грандиозные модели Ranger. Грузовые, пассажирские, небольшие бусики. Ну и сам непосредственно автосалон. Ну что же, давайте пройдем внутрь, посмотрим, какие модели есть у них в наличии, какие на них цены. Вот так выглядит вход в салон. Посмотрите, кто нас встречает. Ford Mustang. Вот. Ну, давайте пройдемся сначала по моделям более скромным. Вот такие, например, как Ford Focus. Я думаю, что многие знают уже эти модели, но моя задача показать комплектацию и цены. Вот такой вот 1.5, цена у него. В самом низу вы видите 104 лиры. Есть и 108, и 101. Ну, в зависимости, наверное, от комплектации. И так, по-видимому, все модели будут. Вот. Ну, салончик обычный, как во всех Фордах. Итак, следующий. C-Max представлен в этом салоне. Цена на него. Так, смотрите, вверху у нас модель, а цена, я буду опускаться вниз. 2015 года 98 тысяч, а этого года, я так понял, 112 тысяч. Вот такой вот C-Max. Дальше моделька B-Max. Вот такой вот беленький. Давайте глянем. Итак, 1.5 B-Max. Цена его 70 тысяч и 80 тысяч. Соответственно, 15 и 16 год. Вот такой вот он. Следующий. Ford Fiesta. Ну, давайте глянем его цену. Итак, 1.25 евро. Четвертый. 49 тысяч почти. Даже можно сказать, в полной, наверное, комплектации 50. А вот такие вот характеристики его и цены. И еще есть один Fiesta, уже белый цвет. Соответственно, наверное, комплектация немножко другая. Итак, это уже 1.5. Что у нас по цене? 68 тысяч. Вот такой вот он, беленький Ford. Вот его салон. Надеюсь, на видео хоть немножко как-то видно. Итак, здесь у нас есть еще такие фургончики. Tourneo Custom. Вот такой вот он, пассажирский. Мне, конечно, повторюсь в очередной раз, обзорщик автомобиля еще тот. Итак, цена 87 тысяч. Вот такого вот. Что у нас сзади? 6 мест. Сзади. Вот такой вот он. Tourneo Custom. Вон есть еще. Сейчас пройдем, посмотрим. Пока покажу вам. Есть вот такие еще дополнительные аксессуары. Может, кому интересно. Вот такой интересный тренажер здесь есть.
Рейсинг. Чай, кофе. Здесь, видимо, еще есть Ford кафе. Здесь автосервис. Ожидание, зал. Вот здесь офисы, офисы. Наверху тоже офисы. Вот, ну что же, продолжим. Торнео Коннект. Какая его цена у нас? Итак, 1.5 двигатель, 80 тысяч и 90 тысяч. Ну, от комплектации, наверное. Следующий. Торнео Курьер. Вот такое вот название у него. Цена его. Итак, спецификация. Цена 60 и 53 тысячи. Вот такой вот он имеет вид. И еще один из этого класса авто. Сразу глянем. Модель, цены. Торнео Курьер. Плюс 68 и 60 тысяч. Вот такой вот он имеет вид. Ну что же, эту половину зала мы прошли. Идем смотреть машинки более подороже. И встречает нас вот такой вот Мустанг. Давайте глянем цену сразу же. Итак, Ford Mustang 2.3 литра EcoBoost. Спецификацию вы видите. И меня в отражении. Привет, привет. Вот. Цена его здесь уже в долларах 135 тысяч. На вот этот вот Мустанг. Против солнца плохо видно, но все же. Посмотрите на этого красавца. А напротив есть вот такое вот красного цвета. Правда, на стенде нет спецификации и цены на него. Вот такая вот красота. Что же, идем дальше. Ford Edge. Вот такой красавец. Давайте глянем цену. 2.0. Дизель. Ну что вам сказать? Почти 100 тысяч долларов. Такой вот он. Ford. Вот так он выглядит сзади. Давайте обойдем еще с другой стороны. Вот такой вид. Итак, идем дальше. Ford Kuga. Какие у него спецификации? Ford Kuga 1.5. Здесь уже цена в лирах. 116, 125, 120. Я не знаю, кто знает турецкий, переведите. В чем разница этих цен? Ну, вот такой вот он. Ford Kuga. Так, идемте дальше. Здесь у нас C-Max. Фордик стоит. По цене он. Так, 1.6. Новый Ford C-Max. 105 и 102 тысячи. Вот так вот этот Ford имеет вид. Вы, наверное, знаете. Итак, что у нас осталось? Focus, Focus ST Line и Ford Mondeo. Ну что же, давайте пройдем посмотрим. Но здесь есть, кстати, еще вот стол презентационный с брошюрами по каждой модели, цветовой палитрой.
рекламные ролики о качестве и возможности электроники Форда. Вот. Ну что же, давайте глянем еще последние модельки три. Ford Focus. В салоне вы уже, наверное, знаете, как. Наша задача посмотреть на цену и комплектации данного аппарата в Анталии. Итак, 1.6, цена его 73-72 тысячи лир. Следующий кандидат. Вот такой вот красный цвет имеет. Focus ST Line. Уже кто-то открывал капот. Ну что же, какая у него цена? Итак, Focus ST Line 1.0 всего лишь. Цена его 87-86 тысяч. Вот так вот он выглядит издалека. Блин, солнце засвечивает, немножко плохое качество. Ну что же, последний красавец. В кадр не помещается даже. Вот такой вот он, длинный Ford Mondeo EcoBoost. Написано у него. Вот так вот в салоне у него. Ну что же, какая цена и спецификация этой модельки. Так, новый Mondeo 1.5, цена его 119, 115 и 117 тысяч. Вот так вот, друзья, цены на данный Ford. Здесь, кстати, можно кофеечек попить бесплатно. Диванчик есть, чтобы подождать консультанта или же друзей. Вот в окнах вы видите горы, горы. Красивые виды, конечно, снаружи и внутри. Вот такие виды тоже, мне кажется, красивые. Хорош Мустанг, хорош. Ну что же, вот такой вот получился ролик об этом автосалоне Ford. Надеюсь, вам понравилось. Было немножко интересно посмотреть, узнать, какие есть модели и какие цены в наличии в Анталии на сегодняшний день. Так что всем спасибо за просмотр. Кому понравился выпуск, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока и до новых видео.